вид природа. Тихо и пустынно вокруг. Только стужа свободно гуляет по мертвым просторам. Мороз сковывает землю, застывают деревья, но жизнь в лесу не прекращается. Вот и район бобровых поселений – река. Ее трудно узнать среди однообразных белых равнин. Можно пройти рядом и не заметить хатку бобров. Она скрыта под глубоким снегом и кажется покинутой, пустой. Но и здесь, под оковами льда, продолжается жизнь. Еще с осени бобры заготовили и сложили на дне реки запасы веток, которыми питаются в течение всей зимы. Зимой бобры живут большой семьей. У них образцовый дом, в нем тепло и уютно. В морозные дни бобры редко выходят на поверхность. Хатка бобров стоит на земле, а все выходы из нее ведут в воду. Вода здесь никогда не замерзает, поэтому бобрам всегда легко доставать корм со дна реки. Хатка, как надежная крепость, защищает бобров от опасности. Толстые стены ее сложены из сучьев и прочно скреплены илом. И все же иногда покой семьи нарушается. Thank you.
наступает зима, пробуждается природа, с юга возвращаются перелетные птицы, и новая пора наступает в жизни животных. Ранним утром на лесные полянки слетаются тетерева. На ток, на свадебный танец собираются и косачи, и тетерки. Черные косачи песнями встречают весну. Они сильны и бодры. Каждый ищет подругу и никому не уступит ее. Широко разливаются реки. Вода выходит из берегов. Наступает половодье, а с ним и новые бедствия. Вода заливает норы и выгоняет оттуда зверей. Они оставляют убежище и переселяются на более высокие места. Покидают нору еноты. Другая семья находит спасение на крошечном, еще не затопленном островке. Многие животные гибнут в это трудное время года. Thank you.
весенний разлив реки, тяжелые бедствия для бобров. Та самая вода, без которой бобры не могут существовать, приходит весной в таком избытке, что не помогает, а наоборот мешает их жизни. Она затопляет норы и хатки, делает бобров беззащитными и оставляет их под ярким солнцем, к которому не привыкли эти ночные животные. Тепла, изобилия. Зеленеет молодая трава, лес одевается листвой, у большинства животных появляются семьи. Радость жизни переполняет подрастающих детенышей. Бобров тоже появилось потомство. В домике остается только мать с малышами. Отец и старшие дети переселились в запасные летние норы. В это время у матери много забот. Двое здесь. Но где же третий? Он самый подвижный. Он то и дело тревожит мать. Двое спят спокойно, а этот никогда не посидит на месте. Так и стремится улизнуть. В этом возрасте бобрятам купаться опасно. Они плавают, как поплавки, но глубоко нырять, прятаться от хищников еще не умеют. Поэтому нельзя покидать хатку. Но достаточно его отпустить, как этот непоседа снова рвется на свободу. Нет ничего хуже, когда родится такой непослушный. У других матерей дети как дети, а этот – сущее наказание для матери.
Бобровый поселок состоит не только из хаток и нор, нередко там можно встретить целую систему плотин. Как ступени большой водяной лестницы, расположены они вверх по течению, одна за другой. И чем дальше, тем шире зеркало вод, тем больше размеры плотин. Они построены из дерева, ила, земли. С помощью плотин бобры поддерживают уровень воды, необходимый для защиты хаток и нор, выходы из которых всегда находятся под водой. Но вода не только ограждает жилище от наземных хищников, она открывает доступ к лесу, откуда бобры сплавляют свой корм и строительные материалы. Иногда одно бобровое поселение занимает площадь до 5 гектаров. Вот плотина главного водоема. Ее длина 70 метров. Для такого сооружения понадобилось бы не менее 10 вагонов леса и земли. Но это не самая большая плотина бобров. Известны плотины более 500 метров длины. Большие плотины возникают не сразу, а строятся постепенно в течение ряда лет. С весны до поздней осени дружно работают жители бобрового поселения. Вот бобр тащит заготовленный им материал для починки своего домика. А этот ремонтирует крышу хатки. Необходимо также исправить плотину, поврежденную паводком. Бобры достают ил со дна пруда, замазывают щели, чтобы устранить течь, и укрепляют гребень сооружения. Строительный инстинкт бобров прочно связан с их заботой о пище. Насытившись, бобр использует остатки ветвей для своих сооружений. Пока одни бобры ремонтируют свои постройки, другие заготовляют лес. Нередко в поисках деревьев они значительно удаляются от берега, тогда к их лесосекам ведут не только хорошо вытоптанные дорожки, но и более удобные пути, каналы, по которым бобры сплавляют лес. Каналы образуют целую транспортную сеть в сотни метров длиной. Обычно они возникают на протоптанных тропинках в результате подъема воды и заболочивания почвы. Но и сами бобры прилагают немало усилий, чтобы углубить свои каналы. В тех местах, где уровень воды недостаточен, они устраивают маленькие запруды. По этим водным путям бобры доставляют лес к главным водоемам, где расположены их основные сооружения. Если зайти в лес и взглянуть на порубки бобров, можно подумать, что здесь работали люди. Трудно поверить, что все это сделано не топором, а зубами животных. Чаще всего бобры сгрызают кустарник и молодые деревья толщиной от 8 до 15 сантиметров. Но валят и более рослые деревья, например, вот такие, 20-30 сантиметров, а иногда и до метра толщиной. Бобры хорошо приспособлены к такой работе. Это лучшие лесорубы среди животных. Недаром в далеком прошлом люди использовали зубы бобров как режущий инструмент, заменявший железо и сталь. Чтобы подрубить такую молодую осину, бобру нужно немного времени. Закончив работу, он стаскивает осину к воде и сплавляет по водоему.
кустарник срезается несколькими движениями челюсти. Деревья потолще отнимают больше времени, но и с ними они справляются мастерски. Бобр становится на задние лапы, упирается хвостом в землю и подгрызает дерево конусом со всех сторон. После того, как дерево повалено, бобры принимаются за его разделку, отгрызают ветки и поедают кору, а длинные ветки делят на короткие куски. Этот лесной бродяга уже давно присматривается к хозяевам бобрового пруда. Но как только сильный и опытный враг появляется в поселении, бобры один за другим бросают работу и ищут спасение в воде. Недосягаемы для хищника, но беда, если он застигнет кого-либо из них на суше. Бобру не остается ничего другого, как принять бой в неравных условиях. И все же волк осторожен. Он опасается мощных резцов бобра, способных в мгновение перегрызть ему лапу. Время, бобрята подрастают. Спокойно живется им в родном домике. По-прежнему мать нежно заботится о них. Постепенно они отвыкают от материнского молока и с каждым днем все охотнее едят сочные стебли трав, свежую кору и листочки деревьев.
пищу всегда приносит мать. Сами бобряты еще не отлучаются из хатки. Но вот наступает время, когда бобряты начинают тянуться к воде. Сначала они ведут себя робко, плавают только у выхода, ныряют и тут же возвращаются обратно. Но потом становятся все смелее и отправляются в более далекое путешествие. Плавают глубоко под водой и все чаще и чаще выбираются на поверхность. Постепенно у бобрят развиваются их природные качества – ловких, быстрых, неутомимых пловцов. Но все же после долгих упражнений недурно побывать на берегу. Здесь можно отдохнуть и позавтракать. Каждый бобр старательно ухаживает за своей шубкой. Он тратит на это почти столько же времени, сколько и на еду. Отжимая воду, он расчесывает шерсть раздвоенным коготком задней лапки, потом смазывает каждую шерстинку жиром. Такая процедура очень важна, иначе мех пропускал бы воду и не позволял подолгу плавать в холодной воде. Здесь не расстается с бобрятами и повсюду следует за ними. Выйдя на сушу, она тоже приводит в порядок свою меховую одежду. Тут же невдалеке находятся и другие взрослые бобры. Но вот родители что-то почуяли. В поселение пробрался чужак, бобр, которому давно бы следовало завести свой дом и семью. Заметив нарушителя порядка, мать и отец немедленно стремятся изгнать его. В лесу для всех хватает корма и места для жилья, и поэтому незачем вторгаться на обжитой участок. Пытается ускользнуть. Родители потеряли его из вида. Но бобр может пробыть под водой не более 15 минут. Приходится выплывать на поверхность. Но как только родители замечают чужака, они снова бросаются за ним и преследуют до тех пор, пока он не покинет границ их поселения. Тем временем в поселке появился новый непрошенный гость. Но этот пришелец не был опасен бобрятам. Бобровый пруд
дразнил его лакомой пищей. Но попробуй достань. Нет, видимо, здесь не поживишься. После встречи с лисенком бобрята потеряли всякую осторожность и стали весело резвиться в воде. Но опасность подстерегала их не только на суше. Из глубины водоема за ними следила еще одна пара хищных глаз, глаза огромной щуки. Других бобренка были сильно напуганы внезапным нападением щуки. Страх погнал их от места гибели братца, и они поплыли вверх по течению канала. Прогулка по воде постепенно успокоила бобрят, и они плыли все вперед и вперед, удаляясь от родного поселения. Вскоре бобрята оказались там, где река делилась на два рукава. Они поплыли по правому руслу и попали в незнакомые места. Наконец они утомились и вышли на берег. Вернувшись в поселение, мать сразу заметила отсутствие бобрят. Только что они были здесь. Однако не слышно ни писка, ни плеска воды. Совсем недавно они сидели на этом островке. Но и здесь их нет. Мать направилась на поиски детей. Она поплыла по каналу. Дорогой она останавливалась, внимательно прислушивалась. Все дальше и дальше. Искала бобрят в прибрежной траве и снова продолжала свой путь. Наконец, она приплыла туда, где река делилась на два рукава. Если бы она двинулась по правому руслу, она вскоре нашла бы бобрят. Но она поплыла по левому. Нет, и здесь нет.
и матери ничего не оставалось, как вернуться домой. Мать тщательно обыскала все углы. Хатка была пуста. Душный день застал бобрят на берегу реки. Возможно, что после завтрака они бы направились в воду и нашли дорогу домой. Но случилось так, что к реке пришел какой-то крупный, страшный зверь. Случилось нечто еще более непонятное. Был закрыт, и бобрята углубились в лес. Оказаться для бобрят роковой. Но, к счастью, это был безобидный уж. И малыши узнали только одно – ужи плохо пахнут. Дальше шли бобрята, и все более незнакомые картины развертывались перед ними.
глубине леса бобрята снова увидели семью медведей. Самый любопытный медвежонок приблизился. Неизвестно, чем бы кончилась эта встреча, если бы в лесу не поднялась тревога. От удара молнии загорелось дерево, и новая угроза нависла над лесом. Бобрята проснулись. Они никогда не видели пожара и все же почувствовали опасность. Бобряты не могли больше оставаться на месте и пустились в опасный путь, сами не ведая куда. Дым подобрался к реке, к хатке бобров. Мать и отец тоже ни разу не видели пожара, но и они почувствовали страх. Thank you.
конь приблизился к поселению бобров. Оставаться в хатке было невозможно. Отец и мать бобрят выбрались на поверхность и увидели еще более страшную картину. Река стала теперь единственным местом спасения. Жар усилился, а бобрята все шли и шли, преследуемые огнем. Один бобренок остановился, и это погубило его. Бобрёнок окончательно выбился из сил. Дым сдавливал ему горло, обжигал легкие, но он не сдавался, и его упорство было вознаграждено. Вскоре ему удалось выбраться к реке. Усталость сразу прошла, и он поплыл по реке, где его поджидала еще большая радость. Здесь он встретился с матерью. Она первая заметила бобренка, подплыла к нему и увлекла его за собой. Пришла зима, снова снежным ковром покрылась земля, обнажился лес, застыла река, снова снег запорошил хатку бобров. Но там по-прежнему жила все та же семья, только теперь она увеличилась. Кроме матери, отца и старших детей, в хатке появился новый молодой жилец, окрепший и подросший залито. 2 года будет жить он в старом родительском доме, а потом, когда возмужает, уйдет вниз по реке и положит начало новой семье и новому поселению.